Всем привет. Может, кому интересно, вот посмотреть очередность, какая на черноземе распускание почек смородины. Краса Львова. Вот такое состояние. Практически такое же, ну, может, чуть-чуть больше у Биг Бена. Также Венера так хорошо уже распустилась. Ну, Эбони еще слабенько, но поболее, чем у Краса Львова. Так. Гоферт. Вот. Уже в таком состоянии. Ювелей на копане. Изюмная выглядит уже вот так. Так, Бенгарен. Вот так выглядит. Вот Тибан. Вот такое. Уже состояние. Так, малина у нас. Желтый великан. Еще тишина полная. Молингжуна ранняя. Уже вот в таком состоянии. Почки. Чимейнус еще в полнейшей тишине. Так, Таруса. Таруса вот такая вот. Да ему уже третий год, а он все еще вот такой вот. Слабенько идет. Но если честно, в прошлом году уже думал, что он сгинул. Прошлогодний побег. Или даже, может, это позапрошлогодний. По нему только вычислили, что это Таруса. На полане еще ничего. Малина только-только-только начинает. Да, но забыл еще несколько сортов смородины. Вот Равада. Одна почка уже только пошла. Остальные еще сидят на месте. Ариана. Такие малюпусенькие уже. Галактика. Тоже еще малюпусенькие. Тут натыкал черенков. С Венеры и Эбони, которые были перепутаны. Вот. Пошли в рост. И из-под земли он тоже вылазит. Есть. Так. По агрусу еще пройдем. А по крыжовнику. Так. Инвикта. Ну, крыжовник уже почти весь. Но в разной степени. Вот больше всего это черная капля. Уже зеленая. Так.
хиномаки желтый. Тянется все к солнцу. Ксения. Ясмин здесь еще и грушенька. Старые уже кусты. Ну как старые, там 3-4 года. Ёшта. Так вот выглядит ёшта. Некоторые уже распустились, некоторые только-только начинают. Смородина золотистая. Версаль белая или розовая смородина. Только-только набрякли бубенчики. Так, тоже ёшта, ёшта. Ёшта растет, блин, не по дням, а по часам. Так, еще одна смородина золотистая. Так, посадка свежая, сегодняшняя, утренняя. Гуми. Барбарис. Атерпура. Пока выговоришь. Так, старая смородина. Не хочу показывать. Последний год живет. Голубика по нулям. Брусника. Вечно зеленый. Еще один куст смородины золотистый. Так, ежевика пошла. Black Magic. Только начинает, но вся ежевика открыта вчера, кроме Triple Crown, которая не укрывалась. Рапаха не идет что-то. Сидит на месте. Кстати, ежевика тоже плачет. Да? Начес. Начес плачет. Других я такого не замечал. Вот Джозеф. Джозеф тоже хорошо идет. Прет. Вот он уже HD заканчивает. На лохтей зашел. Вот лохтей уже. Листики такие. Самые большие. Распущенные. Так. Ну. Primark Freedom пришлось обрезать. Так. Только-только на малине Кумберленд началось движение. Вчера еще такого не было. Кумберленд тоже не укрывалась, я забыл. Я ее никогда не укрываю. Так. Киова. Киова. Киова не радует, потому что вот здесь вот произошла трагедия. Будет с нее что-то или нет, но вот здесь вот повыше, то зеленое вчера поцарапал. Не знаю, может ее обрезать пониже и ждать следующего. Ну, может кто что посоветует. Так, жимолость. Золушка. Малина Ажина Букингем Тайбери. Вот. Вчера наш новый пес ее подгрыз. Ну, слабенько она как-то у меня пошла.
заглублил сильно. Так, дальше. Голубое веретено уже и молость. Свежий. Двугодичная нимфа. Также волшебница двугодичная. Японская, вечно зеленая. Вот это листья только-только попадали. Ну, почти вечно зеленая. Так. И забытый сорт, который не помнится, как называется, жимолость. Ну, идет так же, если честно. Так, каракаблэк хорошо вам уже. Пошли свеженькие листочки. Это прошлогодичные. Надо сейчас их пообрезать. Так, трипл краун. Красавец, конечно, что не говори. Тоже. Сразу такой потенциал видно. Практически везде вот натянуто такое у нас. Что сильнейшие ветра весной и осенью высушивали жимолость. Очень плохо шла. Уже дырка такая, все приходит негодно со временем, приходится сейчас делать замену, пока ветра нет. Начнется ветер, ничего уже не придумаем. Так, всем спасибо, кому было интересно, до свидания.